Хай, чувак! Хай, чувиха! Желает успеха тебе Макс Вехов! Вот через вот доставочку продал четвертый товарищ. Чайковский. 3 ЛП. Наконец-то он ушел. Я вот думал уничтожить. После Нового года. Ну, кто подумал все-таки, то какие-то... Он лукавый меня надоумил уничтожить. Зачем? В принципе, тогда бы рейтинг канала был бы больше. Столько бы просмотров было. Ну, все-таки искусство уничтожать не стоит. Вот, музычка, кстати, моя играет. Той на партис. Вот. Моя ритм-гитара записана на Metal Zone, по-моему. Не помню на чем. Записал, по-моему, на... Как у меня гитара одного чувака лежала дома. Я записал на его исказители, на его процессоре и на его веселич. Вот эти все темы. Как? Звучок. Звучок классный. Ну, ладненько, я не знаю, тут есть фанаты тяжелого металла. Вот. Ну, короче, «Лебединое озеро», Петр Чайковский. Отправляю новой почтой. Вот, короче, 2 февраля 2018 года. Интересная тема, мне, честно говоря, слушать не на чем, поэтому и продаю. Так, ну, упаковывать будем, в принципе, упаковывать его. Ничего сложного тут нету, сейчас вот так, раз. Сейчас запакуем, вот так, раз. Бумагу вашу, а куда еще? Так. Бумагу. И вот так. Раз. Два. Почти пошли. И еще вот так. Не очень получилось. Есть свои минусы на самом деле. Вот падла. Так. Что мы делаем? Надрезаем. Еще что-то. Раз. И потом сейчас мы запакуем это все дело нормально. Так, что сделаем? Я люблю вызовы, которые кидает мне судьба. Вот. Музыка опять закончилась. Так, что мы там включим дальше? Включим еще музычку, чтобы слушать не было. Так, ну, значит, это значит, так и вот там. Скотч дерьмовый, конечно. Блин, как у меня заебали вы же со своими скотчами. Вот хочешь не материться, но не получается. Дерьмовый закрепил.
эти пластинки нашел, нашел в этом, как его? В подъезде. Какой-то дурак выкинул. Ну, его проблемы, он выкинул. Кто-то не любит искусство. Кто богатый. Голдом, но богатый. Искусство не любит. Что, все равно еще. Оставил бы себе это хозяин. Если он богатый, мог бы это оставить как реликвию фанат. Все. Посылка запакована. Так, тут три виниловые пластинки. Ну, его, наверное, еще кулечек или как-то там. Целый кладезь. Ну, мне они пластинки не нужны. Мне главное обучаться на барабанах. Сейчас он играет такую мудочку могу. Без... Вот, инвестиция в себя — это лучшая инвестиция. Вот, за счет чего-то. За счет ресурсов. Вот один из ресурсов. Это 90 гривен, это 2 репетиции. Бовый рука. Все. Готово. Будильник сработал. Ну все, вроде бы. Так, вот еще. Наклею. Ну все, запаковано нормально. Это скотчатый коробочку. Все. Желаю успехов тебе, Макс, ехал. Пока-пока. Вот пластиночка запакована. 3 пластинки Чайковский запакован.